Быть в форме для многих девушек, полицейских, именно этот критерий стал одним из главных при выборе профессии. Не исключение и Анна Воронина. Носить китель и служить в правоохранительных органах была мечта детства. Трудностей, ну, везде есть свои, как бы, нюансы, но это ничего, перекрывает интерес к работе, опять же, коллектив. То есть все это перекрывает всякие минусы. На сцену за наградами представительницы прекрасной половины МВД по Ленинскому городскому округу поднимались не в форме, а в платьях. В праздничный вечер в честь виновниц торжества прозвучало много нежных слов и добрых пожеланий. Очень важно, чтобы работа и семья очень гармонично сочетались. Тогда будет гармония, будет любовь, будет все так, как вы захотите. Хочется, чтобы этого праздника у вас в душе было много. Вы – это то, что двигает мужчин на подвиг, то, что двигает мужчин на созидание, то, что двигает просто мужчинами для того, чтобы они могли самореализоваться. Поэтому самое главное, чтобы мужчины всегда были рядом с женщинами, а женщины всегда были рядом с мужчинами. Милые женщины, огромное спасибо вам за ваши добрые сердца, отзывчивость, оптимизм и жизнелюбие. Позвольте в этот чудесный день пожелать вам мира, крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Оставайтесь всегда такими же очаровательными и неповторимыми. Женщины-полицейские несут службу практически во всех подразделениях ОМВД и успешно справляются со своими обязанностями. Очень нравится работа, очень нравится общение с людьми, помогать людям прежде всего. Коллектив у нас просто замечательный. Это, наверное, работа моей мечты. Туда приходишь как домой, как в свою семью. После торжественной части вечер продолжился праздничным концертом. Перед гостями выступили коллективы школы искусств и приглашенные артисты. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.